переводе с польского «Речь Посполитая» означает «общее дело». Почему этот исторический проект оказался не жизнеспособным? Об этом в «Следах империи». Добрый вечер! В эфире программа «Следы империи» с Аркадием Мамонтовым. Тема сегодняшней нашей передачи – «Речь Посполитая». Заголовок – «Государство и анархия». Мы будем говорить о том, как исторический проект «Речь Посполитой» погиб, исчез с исторической сцены и почему это произошло. Прежде чем вы увидите фильм, информационный фильм об этом государстве, наш блиц-опрос с нашими экспертами. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Ольга Игоревна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, в случае с «Речи Посполитой» элита сыграла свою руковую роль в разрушении и гибели этого государства, этого исторического проекта, как вы думаете? Полагаю, что именно элита. А вы как считаете? Я считал бы, что элита в основном, но под большим влиянием внешнего фактора. В значительной степени, безусловно, элита, в первую очередь шляхта и магнаты, шляхта даже в большей степени. Согласен с Сергеем Алексеевичем, конечно, значительное влияние внешнего фактора, причем изначально внешнего фактора. Напомню, что Польша – это единственное из славянских государств, которое изначально приняло христианство в католическом варианте. Это говорит очень о многом в силу именно католический вариант христианства, но наиболее чушь славянского менталитету. Ростислав Владимирович, ваше мнение? Ну, любое государство создается и разрушается элитой. Неужели вы знаете, что польских холопов спрашивали, какое должно быть у них государственное устройство? Да? Значит, всегда решение принимает элита. Вопрос в том, что считать элитой. Да? Можно ли, допустим, всю эту мелкопоместную шляхту, значит, считать элитой, или только магнатерию считать элитой. Но я согласен с тем, что в вопросе создания и разрушения собственного государства и шляхты, и магнаты сыграли примерно одинаковую роль. Спасибо. Давайте посмотрим сейчас информационный фильм о краткой истории Речи Посполитой, а потом продолжим нашу дискуссию. Шестьдесят тысяч человек он объехал за день, вставая на стременах, чтобы разглядеть лица. И вот конец. Перед примасом последний депутат. «За кого?» – спросил он его. И тут раздалось роковое. «Ветто». 60 тысяч голосов обрушились в пропасть. 8 часов под дождем, как собаки под хвост. Кто посмел сказать «ветто»? Бедный шляхтич с Волыни Каминский был против. А спросить его, вся быдло, почему против, никак нельзя. Таков закон вольностей. «Одумайся, безумец!» – умолял его примас. «Или ты завислу тоже хочешь? Один, совсем один, ты повергаешь в разорение наше отечество, окруженное врагами, и воплем своим уничтожаешь всю силу голосов, поданных на этом коло нации польской». 60 тысяч человек жалобно кричали. «Каминский, не рушь коло!» – уговорили. 3 залпа возвестили миру об избрании Станислава Лещинского в короли. Хорон же вздыбили коней, поля из пистолетов в небо. Из сёдел то здесь, то там падали с криком люди, убитые наповал шальными пулями нечаянно. Так образно, ярко описывал политическую систему Речи Посполитой Валентин Пикуль. А что означает название этого очень странного государства, в котором выкрик «не позволям» одного единственного шляхтича мог вызвать политический кризис? Слова «Речь Посполитая» — это буквальный перевод латинской формулы «республика» — «общее дело». То есть еще в средние века в Польше было создано государственное устройство, которое как бы восходило к древнеримскому образцу, но на самом деле было абсолютно уникальным явлением. Все шляхтичи считались равными, вне зависимости от уровня достатка, и называли друг друга не иначе, как «пан-брат». Ничего не напоминает, отсюда пошло наше русское понятие «панебратство». Из этого равенства следовал удивительный принцип «либериум вето» – «свободное вето», который позволял любому депутату Сейма прекратить обсуждение вопроса и работу этого странного парламента вообще. Единогласие было принято как обязательный принцип еще в 1589 году. Смысл его был в том, что каждый шляхтич представлял свою область. Он был избран местным сеймиком и нес перед ним ответственность. Решение, принятое большинством против желания меньшинства, даже если это был только один сеймик, считали нарушением принципа равенства, то есть, можно сказать, панибратства.
16-17 века считают золотым временем шляхты. Тогда сформировалась и удивительная идеология – сарматизм. То есть они считали себя не славянами, в отличие от холопов, а потомками вольного кочевого племени, известного нам благодаря еще античным авторам. Сарматы были родственны скифам. Сейчас их реальными, а не фантазийными потомками считаются осетины. И еще в античные времена славилась сарматская кавалерия, которую брали на службу римляне. В частности, есть сведения, что отряд сарматских всадников был даже на Британских островах. На этом, например, основана версия, что легендарный король Артур, основатель рыцарства как такового, был их командиром. Сарматизм шляхтичей был очень многогранной идеологией. Она имела и мессианское измерение, защита Европы от варваров, но в то же время имела и свою моду, которая очень много взяла с Востока, в частности, у турок. Кроме того, шляхтич сармат считал, что не только защищает Европу, но и кормит ее. Действительно, Речь Посполитая была крупнейшим в Европе экспортером зерна. Правда, в основном за счет Украины, входившей в ее состав. Кстати, Голландия и Англия в то время выживали в значительной мере как раз за счет украинского зерна. И в то же время сарматизм не исключал ориентации на Древнеримскую республику, как на образец. Вот таким удивительным и странным явлением была шляхтская идеология. Роль короля виделась панам только как гаранта их вольности и прав. Начало 19 века. Российская империя. Тут император умолкает и пристально глядит на меня. Я, не отвечая ни слова, слушаю, и он продолжает. Мне понятна республика. Это способ правления ясный и честный, либо, по крайней мере, может быть таковым. Мне понятна абсолютная монархия, ибо я сам возглавляю подобный порядок вещей. Но мне непонятна монархия представительная. Это способ правления лживый, мошеннический, продажный. И я скорее отступлю до самого Китая, чем когда-либо соглашусь на него. Я сам возглавлял представительную монархию, и в мире знают, чего мне стоило нежелание подчиниться требованиям этого гнусного способа правления. Покупать голоса, развращать чужую совесть, соблазнять одних, дабы обмануть других. Я презрел все эти уловки, ибо они равно унизительны для тех, кто повинуется, и для того, кто повелевает. Я дорого заплатил за свои труды и искренность, но, слава Богу, навсегда покончил с этой ненавистной политической машиной. Больше я никогда не буду конституционным монархом. Я слишком нуждаюсь в том, чтобы высказывать откровенно свои мысли, и потому никогда не соглашусь править каким бы ни было народом посредством хитрости и интриг. Так маркиз де Кюстин передает мнение Николая I, российского императора, о политической системе Польши. Ведь поначалу он был коронован как царь польский, но после восстания 1830 года оказался от гнусного способа правления, который должен был как-то учитывать традицию шляхтских вольностей. Взгляд маркиза на Россию, конечно, по меньшей мере своеобразен, но в данном случае то, как он транслирует взгляды Николая I, очень похоже на правду. Этот государь действительно, скорее всего, так и думал. Больше того, он довольно точно отражает фундаментальные различия в политической культуре двух стран. Но самое интересное, что польские монархи превратились в абсолютно зависимых от воли шляхты персонажей после неудачной попытки Ивана Грозного стать государем Речи Посполитой. А конкурировал с ним, представьте себе, один из героев Александра Дюма. Когда прервалась династия Ягеллонов, которые владели польским троном, состоялся своеобразный конкурс «Кто будет королем Речи Посполитой?». Более 50 тысяч человек прибыли на избирательный сейм для участия в голосовании. Перечень претендентов тоже впечатляет. Эрцгерцог Эрнест Габсбург, король Швеции Юхан III Ваза, семиградский князь Стефан Баторий, царь московский Иван Васильевич Грозный и, наконец, самый яркий кандидат, герой романов «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро» Генрих Валуа. И шляхтичи не устояли перед обаянием француза. Именно он и стал королем. Но на определенных, очень жестких условиях. Он подписал так называемые Генриховые артикулы. Это был весьма примечательный документ. Он фактически, подобно Конституции, определял отношения между королевской властью и польским дворянством. Артикулы гарантировали сохранение шляхтских привилегий. В них был записан также важнейший пункт о престолонаследии. Король может только избираться и никаких автоматических наследников не имеет. Это был поистине революционный пункт. То есть короли теперь фактически становились просто президентами, только пожизненными.
если повезет. А кроме этого, он подписался и под пактом, который накладывал на него личные обязательства. Генрих должен был погасить все долги предыдущего короля Сигизмунда Августа, обеспечить получение польской молодежи образования в Париже, выставить несколько тысяч солдат пехоты против московского царя Ивана Грозного, выплачивать ежегодно в польскую казну 450 тысяч злотых из своих личных доходов, послать французский флот на Балтику и обеспечить строительство польского флота. Если бы они были исполнены в полном объеме, то с французом пришлось сразиться бы со стрельцами Ивана Грозного. Но, к счастью, это не произошло. Польское дворянство начало спешно копировать парижскую моду. Сам король, ему тогда было 23 года, тоже произвел неизгладимое впечатление на поляков своим умом, манерами и речью. Но его внешний облик никак не гармонировал с традициями страны. Его перстни и серьги не способствовали уважительному к нему отношению со стороны боевых консервативных шляхтичей. Внутренними делами страны король вообще не интересовался, а поскольку польским языком он не владел, то участие в различных церемониях и публичной жизни его невыносимо раздражало. Ночами он развлекался, а днем спал. Играя в карты, нередко проигрывал огромные суммы, которые возмещал из польской казны. Генриха и его приближенных неприятно поразили и склонность простого народа к выпивке, и запущенность польских деревень, и суровый климат. Однако надо признать, что французы нашли в Польше кое-что достойное подражания. В Вавельском замке Генрих увидел польскую канализационную систему, самую передовую по тем временам. Все нечистоты уходили за пределы крепостной стены. Король пришел в неописуемый восторг. Дело в том, что в европейских городах, особенно во Франции, все нечистоты выливались прямо на улицу. Так, по приезде во Францию, Генрих распорядился немедленно построить подобное сооружение в Лувре. Избрание французского принца на польский престол предусматривало и его женитьбу на представительнице прервавшейся династии Яне Ягеллонке. Однако молодой король не очень спешил жениться на женщине, годящейся ему в матери. И, к его счастью, буквально накануне официального объявления даты его свадьбы, он узнал о смерти своего брата, французского короля Карла IX. Это был шанс. Глубокой ночью, неуведомый в Сенат, в обстановке строжайшей секретности, с несколькими спутниками он покинул свою резиденцию. Обнаружив бегство короля, Сейм составил письмо, где ему давался год на то, чтобы одуматься и вернуться. Но он уже все же предпочел стать королем Франции, а не далекой и холодной варварской страны. Вот такая абсолютно в стиле Александра Дюма авантюрная история окончательно превратила Речь Посполитую в шляхтскую республику. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Это спор действительно вековечный. Россия и Польша как государство рождаются практически одновременно. Первое государство на территории Польши образовалось в конце X века. И его правителем стал князь Мешко I. Он же в 966 году крестил своих подданных по западному обряду. Для сравнения, Русь крестилась в 988 году по восточному. То есть с самого начала мы выбираем очень разные пути. Интересно, что первая польская княжеская династия Пястов, по легенде, происходила от простого крестьянина-землепашца, которого так и звали Пяст. Пясты заложили не только основы государственности, но и дали Польше герб, который по сей день является ее официальным символом. Это белый орел на красном поле. С этой красивой птицей связана красивая легенда. Князь Лех заложил город Гнезно, первую столицу пястов, на том месте, где высоко в небе на фоне заката парил белый орел, а на холме находилось орлиное гнездо. И вот багряное небо и белый орел на его фоне послужили основой для национального флага. Есть, правда, и более прозаическая, чисто политическая версия. Дело в том, что символом Священной Римской империи германской нации был черный орел. И вот в знак независимости польской короны польский орел стал белым. Была в средние века у Руси и Польши и общая беда – вторжение монгольского войска. После разгрома Киева хан Баты отправился на запад. Ордынское войско огнем и мечом прошло по польской земле. Но Польше повезло куда больше, чем у России. В зависимости от монголов она все же не попала.
В 1569 году было заключено соглашение об объединении Королевства Польского и Великого Княжества Литовского в Конфедеративную Речь Посполитую. Это соглашение создало предпосылки для превращения нового государства в по-настоящему великую державу, в составе которой оказалась и нынешняя территория современной Украины. И эта держава активно вмешивается в русские дела во время смуты. Сначала часть шляхтичей частным порядком поддержала Лжедмитрия, а потом сам король Сигизмунд начинает войну. Поводом для этого стало то, что царь Василий Шуйский в борьбе с тушинским вором пригласил на помощь Швецию, а с ней, в свою очередь, воевала Речь Посполитая в связи с претензиями Сигизмунда на ее трон. Через некоторое время, впрочем, он начал претендовать и на московский трон. Наша местная семибоярщина, устав от вереницы Лжедмитриев, призвала на царстве сына Сигизмунда, Владислава, на условиях принятия им православия. Но отец в Москву его не отпустил, а вместо этого сам пошел в поход на Русь, якобы от имени сына. Но всем было понятно, что он задумал, воспользовавшись случаем, чтобы стать монархом объединенной сверхдержавы. Смута завершилась победой русского оружия и воцарением первого Романова Михаила Федоровича. Но королевич Владислав с этим не смирился. И вот в 1618 году он снова идет в поход на Москву. Впрочем, большинство шляхты эти его претензии на царский трон не поддерживало. И поэтому основную часть его войска составляли казаки во главе с гетманом Петром Сагайдачным. Их поход потерпел неудачу, и Владислав наконец отказался от планов покорить Москву. Следующий крупный конфликт между нашими странами – русско-польская война, которая началась после перехода Украины под руку московского царя. Она была долгой и тяжелой – 13 лет. И по итогам ее стало ясно, что Россия обретает мощь, с которой в перспективе Польши не справится. И после триумфов Петра Великого Российская империя начинает играть решающую роль в выборе королей Речи Посполитой. Республика шляхтичей оказалась зажата в клещи двумя могучими империями – Старой Австрийской и Молодой Российской. И всего через полвека после окончания Северной войны она оказалась бессильна против этих двух мощных держав, к которым присоединилась третья – Пруссия. Их совокупные военные ресурсы в разы превосходили мобилизационные возможности шляхты. Да к тому же она, до конца борясь за свою безграничную вольность, упустила возможность отстоять свободу страны. Произошел раздел Польши. Значительная ее часть вошла в состав Российской империи и началась череда польских восстаний. По поводу одного из них Пушкин написал свои бессмертные строки, которые утверждают, что спор действительно серьезен. Недаром он длится не одну сотню лет. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море? Оно ли сяхнет? Вот вопрос. Это «Следы империи». Мы продолжаем, рассказываем и говорим о существовании такого исторического проекта, как «Речь Посполита». Александр Владимирович, я вот хотел бы с вас начать нашу беседу и задать вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь по сути дела возникновение русского государства и возникновение польского государства произошло фактически в одно и то же время, да? Там, ну, примерно, десятый век, да? Конец десятого века. Нет, раньше. Поляки сразу конец выбрали 9-го. Католичество? Польское государство вообще-то рождалось как государство языческое, точно так же, как и русское государство. Но потом мы выбрали православие, они выбрали католицизм. И, кстати, в общем-то, несмотря на это, долгое время мы прожили в одном государстве. Мы жили в одном государстве с начала 19 по начало 20 века. Но я хочу напомнить, что в 17 веке Владислав Сигизмундович был русским царем, пусть и номинально, всю первую четверть 17 века. И он был добровольно избран русским боярством на этот самый, на русский престол. Так что у нас объединительные тенденции существовали всегда. И надо иметь в виду, что мы изначально были, в принципе, одним народом. Если можно, с поляками? Если можно назвать одним народом конгломерат союзов племен, то мы были одним народом. Об этом говорят и генетические исследования. Ну и можете сами себе представить, в общем-то, в VI-VII веке еще славянство заканчивалось на берегу Днепра.
Значит, и Киев даже неизвестно, чьей пограничной крепостью был. Я предполагаю, что, судя по его местоположению, его могли построить хазары. Они любили перехватывать торговые пути, так же, как вот они и Тиль построили, Саркел на Дону. Значит, положение Киева примерно такое же. Значит, на юг не было славян уже. На восток только начиналась славянская колонизация. От Днепра за Смоленском, за Киевом. Значит, а от Варшавы до Киева это все было единое славянское население. Потом часть этих племен двинулась колонизовать Восток, и появилось русское государство, а польские племена, которые остались в Польше, они были озабочены колонизацией западного края, пытались польские короли объединить и полабских славян. И, кстати, опять-таки, тенденция установления гегемонии Польши в Центральной Европе, она имеет глубокие корни. И та же самая династия Ягеллонов, они были великими князьями литовскими, королями польскими, королями чешскими, королями венгерскими, королями хорватскими. И все это было в одно и то же время. И, кстати, закончилось это доминирование только в конце XVI века, а, повторяю, в начале XVII века польский король становится русским царем. Так что создание огромной единой славянской империи от Эльбы и до Тихого океана, значит, это, в общем-то, историческая тенденция. Вопрос был только в том, кто в этой империи будет доминировать. Угу. И у нас с поляками постоянно шла, кстати, борьба за доминирование. Знаете, как два родных брата-близнеца. Кто родился на минуту раньше, никто не помнит. Ольга Ильинична, скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос такой. Вот сейчас Ростислав Ильич дал нам такую краткую историю взаимоотношений русского и польского народов. Да, мы славяне, да, мы однокоренные народы, наверное, генетически, но почему мы всегда ругаемся и спорим до крови? Похожесть без тождества, без полного тождества, обычно вызывает гораздо большую неприязнь по отношению к своему похожему человеку на себя. Почему ты не такой же, как я, на 100%? Ведь посмотрите, мы с поляками выбирали всегда абсолютно разные пути. Мы выберем православие, поляки выберут католицизм. Мы выберем достаточно жесткое самодержавие, очень жесткое самодержавие. Поляки выберут шляхетскую вольницу. Мы выберем крайнюю концентрацию своего служилого сословия. Очень оно у нас будет небольшим, на самом деле. А поляки выберут почти 25% своего населения записать благородное сословие. Мы такое ощущение, что, имея на самом деле сходное движение в начале, потом разделились эти ветки. И до какой степени мы сейчас друг другу родственники, это большой-большой вопрос. Потому что культура-то накладывает на себя печать. Два совсем небольших комментария. Во-первых, разделение на восточные и западные славяне весьма условно. Можно долго сейчас рассуждать об исторической прародине славян, можно ее дарить, эту прародину, полякам, хотя здесь по этому поводу есть очень большие сомнения, но то, что исход движения славян по трем направлениям все-таки начинался где-то на территории современной Польши, это доказуемо. И к вопросу о вот этой конфедерации племен. Вам не кажется достаточно удивительным, да, что поляне восточнославянские, те, которые по среднем течении Днепра, и поляне польские, откуда, собственно, и произошло со временем название поляк, поляк, это повторяющиеся, совпадающие понятия. Поэтому корень-то был единый. К вопросу о схожести и несхожести, я бы не сказал, что мы братья. Тогда уже, извините, двоюродные братья, если не троюродные. Причем эта вот юродность, она породила историю, я соглашусь. Что по мере того, как на этом геополитическом пространстве нам становилось тесно, появилось, ну, мы говорим сегодня, откуда у поляков такая русофобия, прямо в крови. А у них нет, у поляков, украинофобии или германофобии. У меня такое ощущение, это не к вопросу о каком-то неправильном менталитете, каком-то ненормальном архетипе сознания. Просто на той территории, где они оказались, у них оказалось довольно много серьезных, не очень подходящих в союзники противников. Поэтому формировался ярый польский национализм, который не признавал не только русских, хочу это подчеркнуть. Герман Анатольевич, вот смотрите, какая интересная история. История всегда определяет
будущее, в том числе настоящее, в котором мы живем. Буквально вчера или позавчера польские руководители, по-моему, премьер-министр, да, заявили, что они с удовольствием разместят ядерное оружие на территории Польши. Да, дайте нам в руки эту дубину, и мы, так сказать, будем махать ее над головами русских. Вам не кажется вот это вот очень любопытным, что повторяется история, ну, в другом обрамлении, конечно, которая была в 17 веке во время русско-польских войн и даже раньше, во время смуты? К сожалению, действительно, история взаимоотношений России и Польши, она противоречива. Там были и действительно периоды единства, и древнего единства. Вот, возвращаясь к теме происхождения, должен сказать, что, конечно, мы не знаем, дискуссия ведется, когда возникли славяне, но мы ясно понимаем, что это было в глубокой древности, гораздо раньше 6 века нашей эры, вот культуры Прага-Корчака, о которой говорили коллеги, гораздо раньше, это эпоха бронзы. И тогда славяне были едины, но на историческую арену уже в 6 веке славяне вышли, как только их, о них заговорили письменные источники, славяне уже единства не представляли, они разделены колоссальными территориями. А язык похожий ведь. При этом они сохраняют очень общего, в том числе в социальной организации, в языке и так далее. Чем глубже веков, тем эта близость будет ближе. И у нас были и Грюнвальдская битва совместная. Но, к сожалению, так сложилось, что под воздействием различных факторов, сейчас не будем говорить каких, мы, в общем-то, оказались в разных геополитических лагерях, противники, геополитические противники. Главное, на мой взгляд, фактор, который вот разделил нас, это, конечно, захват Литвой и Польшей южно-русских княжеств, Киевское, Галицко-Волынское, Черниговское, Минское, Полоцкое, которое произошло в результате монгольского нашествия. А это, напомню, южно-русские черноземы. Это самая плодородная, самая пригодная земля для сельского хозяйства, вплоть до нового времени. Оно ведущая отрасль экономики в России и в Польше. И эксплуатация по этническому принципу вот этой территории, населенная русскими людьми, ну, будущими украинцами и белорусами, польской шляхтой и магнатой, она привела к торжеству паразитарного типа экономики, паразитарной элиты польской шляхетско-магнатской и паразитарного, в конечном итоге, политического мышления. И борьба, и память вот за этот образ жизни, когда сами ничего не производят, но живут за счет эксплуатации того, что им не принадлежит, вот это, этот мейнстрим, к сожалению, он продолжается и по сей день. И в 20 веке, напомню, что первый договор с Гитлером был заключен в 1934 году не кем-нибудь, еще далеко до пакта Молотова-Риббентропа, а именно Пилсудским. Я напомню, я считаю, что ошибкой, что мы признали начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 года. Нужно вернуться к Мюнхену и к сентябрю 1938 года. И вспомним опять-таки позицию Польши, которая за счет поддержала Гитлера и хапнула Силезию за счет Чехословакии. Все те же хищные аппетиты. Газетный штаб. Гиена Европы, да, ее называли. Да, и вот и сегодня от можа до можа воспользоваться этим конфликтом, ослаблением Украины. Я не знаю, правда или нет, но в интернете уже гуляют, что они готовят референдум на западных областях о присоединении. От моря до моря, так сказать, переведем для зрителя, да? От моря до моря, от моря до моря. От Балтийского до Черного моря они претендуют на эту территорию, на том простом основании. Дело в том, что в Киеве племенной союз основной, который формировался, откуда, можно сказать, вот мать и городам русским, это племенной союз полян. Поляне, живущие в полях. Поляки то же самое. Отсюда они как бы могут претендовать. Но польская, они вообще на себя как бы. Вот про родину-то Висло-Одерскую, это польская история. Поговорим об этом. Конечно. У нас на связи Феликс Вилевич Разумовский, историк, телеведущий. Здравствуйте, Феликс Вилевич. Да, день добрый. Да. Феликс Вилевич, расскажите мне, пожалуйста, а вот как нам оценивать с вами шляхту польскую? Вот, например, в России до 17 года русские дворянские рода происходили от Рюрика, их было 130. А вот у поляков, Ольга Игоревна сказала, 25% считали себя с людьми с голубой кровью. Не хотели работать, только бряцать оружием, выступать на семьях и эксплуатировать крестьян. Шляхта – это что такое, такая за элита польская? Что они себе представляли? Это было благо для этого проекта Речи Посполитой? Или это было божье наказание для них? Расскажите, пожалуйста. Вот это одновременно и благо, и проклятие Польши. Дело в том, что если и было в польском
проекте культурном, цивилизационном и было что-то привлекательное, тут можно там ставить кавычки или не ставить, это как кому больше нравится, вот привлекательно, это права вот этой шляхты. Они пользовались колоссальными правами. И для вот, других народов, которые попадали в орбиту польской политики, ну, это колоссальный такой эффект соблазна. И элиты других народов соблазнялись этими правами. Но этими правами соблазнялись на Украине, поэтому даже после Переяславской рады, да, после смерти Богдана Хмельницкого, у нас далеко не безупречные были взаимоотношения с Украиной, то есть московского государства с Украиной, потому что вот эта казацкая старшина, верхушка Украины, она все время хотела войти, получить права вот этих польских шляхт. Вот. Ну а с другой стороны, это тот фактор, который, конечно, доконал Польшу в определенный момент, то есть там 4 раздела Польши при Екатерине. Это, конечно, следствие того, что государство стало гнить и распадаться именно в результате вот этих вот чрезмерных прав и, ну, если по-простому говорить, вот того самого польского гонора. Mm-hmm. Спасибо, Ольга Игоревна. Хочу вам задать вопрос и всем нашим экспертам. Может, вы присоединитесь к этой дискуссии. Скажите, вот очень интересная, любопытная история. Шляхта польская, их очень много. Они, даже если галота, безземельные, но есть сабля на боку, конь, один слуга, и ты уже шляхтич. И самое главное, выражение «пани брат» пошло оттуда, да? То есть они обращались так к королю: «Пани брат, ты король мне брат, я равен тебе». И вот эта шляхта при Кревской унии, когда они соединились с Литвой, не считала равной себе литвинов, называла их жмудами, да? И самое интересное, что они и вот малороссов не считали, казаков, старшину казацкую, малороссийскую, не считали равными себе и считали их вторым сортом. Как такое могло происходить в Речи Посполитой? Чем это было обусловлено? Как этот феномен объяснить? Польша во многом, вот называется общее дело, да, так в это общем оно ни при каких условиях не было, Речи Посполитой. Потому что внутрь Речи Посполитой входило множество народов, которые выстраивались в длинный-длинный список, впереди которого, естественно, польская шляхта. При замещении. По крови. Каких бы то ни было чинов. По крови. Расизм такой. Таким образом получается, имея потенцию к созданию империи, страна не могла преодолеть свои национальные предрассудки и посчитать литвинов себе равными, белорусов себе равными, украинцев себе, малороссов в данном случае себе равными. А помимо, собственно, славянских народов, там живет немалое число немцев на данной территории в Померании, уж тем более совсем даже и неравные люди. И вот это и дробило во многом Речь Посполитую. Как это было возможно? На уровне, знаете, вот с какой стати вы мне ровня, если вы родились не на территории коронной Польши, родились где-нибудь в районе Полоцка, например. Станислав Август писал Екатерине Великой о том, что как раз был вопрос о диссидентах, то есть об инаковерующих, чтобы им предоставили права в польском сейме. Он писал, что демократия, такая, какова она есть у нас, не терпит допущения в свой парламент, опять же, в кавычки возьмем, допущения людей другой национальности. Вот что он писал. Это не совсем так. Сейчас мы продолжим эту тему сразу после небольшого перерыва. В эфире «Следы империи» мы продолжаем изучение польского вопроса.
Сергей Алексеевич, вы хотели дополнить, но предваряю вопрос сразу вот мой к вам. Вот скажите, пожалуйста, это такая демократия, построенная на исключительности, как и в сегодняшнем дне, то есть вот в одной большой стране тоже демократия построена на исключительности, да, и там тоже была демократия, Речь Посполитая, республика, как бы, да, на латинском, общее дело, построена тоже на исключительности, да? Ну, вообще, вот мы сегодня ведь пытаемся сравнивать исторический путь Польши и России в том числе, правда? Вот если сравнивать, например, формирование еще со средневекового периода, да, дворянского сословия, шляхетского сословия для поляков, вот у нас чем отличался процесс создания дворянства? Это инкорпорация в состав русских дворян, крещенных татар, христианизированных евреев и прочее, грузинских князей, ну, Те, кто оказывались в составе элиты... Даже не обязательно крещеных. Да, не в этом дело. Те, кто оказывались волею судеб исторических в составе нашей элиты. У поляков другой принцип. У поляков принцип исключительности и обособленности вот этого шляхетского сословия. Вот здесь прозвучала цифра, 25% населения Польши были шляхтичами. Да что вы! В какой стране может быть 25% вот этого самого условно высшего или среднего высшего класса? Статистика грешит потому, что 25% себя считали шляхтичами, да, включая украинских гетманов, литовских дворян и прочее. Вот у нас была передача, вы помните, о Хмельницком, мы не могли доказать, был ли Хмельницкий, будучи гетманом Украины, польским шляхтичем. По одним источникам да, по другим нет. Его не считали. Поляки его не считали шляхтичем. Поэтому одно дело самоопределение, другое дело вот такая корпоративная, извините, пожалуйста, обособленность, и третье – государственные стандарты. В этом смысле государство никогда не могло понимать, кто его в данный момент поддерживает. Отсюда не демократия, а в большей степени, я даже не знаю, как назвать, аристоохлократия, потому что, с одной стороны, наследственность сказывалась, с другой стороны, было безвластие. По крайней мере, вот эта вот вертикаль власти выстраивалась очень слабо, а потом развалилась окончательно. Феликс Ильич рвется у нас. Что хотите добавить, Феликс Ильич? Прозвучали такие слова, что мы были когда-то одним народом. Вот мы были и остаемся, конечно, принципиально разным народом. И это принципиальное различие, оно более всего проявляется в том, что ну, в исторической науке именуется колонизацией. Надо сказать, что для русской жизни это понятие совершенно не подходит. Точнее было бы говорить для нас какой-то способ оформления пространства, потому что ну, какая колонизация там, если... Ну, говорит там о северных монастырях, там о пустынных жителях. Какая колонизация? Феликс Ильич, смотрите, вот я перебью вас. Вот интересная история получается у нас. Сначала происходит польский натиск. Это 16-17 век на восток. Нахдрахосин. Польский натиск. Это польская культура, польская монета, польская одежда, польские сабли, польское построение войск. Да? Наконец, наша элита российская перенимала поведение и приняла, в конце концов, вот сказал Вячеслав Владимирович, польского короля на свой престол даже согласилась принять, понимаете? Потом произошел откат, разрушение, восстановление русского государства и русский натиск на Польшу. Но без переформатирования самой польской жизни, как поляки пытались сделать с русской. Вот это любопытная история. Вот об этом бы поговорить нам, а? Ну, дело в том, что вот я продолжаю свою мысль да. в контексте вашего вопроса. Мысль о формировании русского пространства. Когда мы, включая те или иные территории в орбиту русского государства, мы никому не навязываем там образ жизни, способ жизни. Поляки, естественно, они навязывают, причем жестко навязывают свою систему построения жизни. У нас колонии... А, Александр Ильич, а вы как считаете? Поэтому Великую Польшу не удалось создать и никогда не удастся, а Великую Россию создать удалось и...
И никуда она не делась. Да, понял. Надеюсь, что она сохранится. Во-первых, ваше слово. Да, во-первых, давайте начнем с того, что термин колонизация не предполагает угнетение. Значит, может быть колонизация даже вообще пустых пространств, как происходила, допустим, колонизация Новороссии. Там была голая степь, там даже татарские табуны не паслись. Значит, у нас была колонизация уграфинских территорий за счет практически смешения, значит, ассимиляции этого населения. Да, они стали русскими просто. Значит, что касается, собственно, взаимоотношений внутри польского государства. Это неправда, что они угнетали по национальному признаку. Если вы вспомните того же Сенкевича, да, и все его произведения, там, начиная от пана Володоевского и так далее, все его герои — это белорусские дворяне. Белорусская местная шляхта, никакая не польская. То есть литвины они все. Значит, точно так же все бывшее русское дворянство, Рюриковичи, Гедиминовичи, совершенно спокойно интегрировались в польскую элиту. Единственное условие — принятия католичества. Принятие католичества. То есть угнетение шло по не по национальному, а по религиозному принципу. То есть если ты католик, ты поляк. Никаких к тебе вопросов. Ты получаешь все те же самые права. Казаки, у них вот разделение... Если ты православный, то ты русский. А если ты православный, ты не поляк, ты не имеешь права. Ты можешь быть литвином, русским, это твое дело. Значит, ну ты православный. Значит, даже если ты язычник, ты, кстати, не имеешь соответствующих прав. Если ты протестант, то ты не имеешь соответствующих прав. Это относилось не только к православным. Значит, кстати, первая реакция польская католическая, Сигизмунда Вазы, до этого там вообще не было проблем. Все спокойно друг с другом служили, целовались, растили польское государство. Католическая реакция — это Сигизмунд Ваза, и первая его реакция — это реакция на протестантизм, а не на православие. Понятно. Так вот, когда вот этот вот раскол у них случился, а этот раскол — это вторая половина XVI века, вот со второй половины XVI века начинаются казацкие восстания, одно за другим, до тех пор, пока Польшу не разрывает. Значит, казаки заявляли: мы служим королю саблей, так же, как королю служит шляхта, и поэтому мы должны иметь те же самые права, что имеет шляхта. Интересно. Им говорили: католицизм и те же права. И тот, кто принимал католицизм, получал те же самые права. А вот, дело в вере. Вот, да. Значит, дело в вере. Да, и точно так же, кстати, но у нас же тоже наши татары — крещенные татары. Это уже потом, когда мы начали присоединять огромные территории, Казанское ханство, Астраханское ханство там и так далее, мы не требовали от местного населения перехода в нашу веру. А вот всякие там касимовские татары и все остальные, которые жили на территории русского государства, начиная с Василия III, они очень быстро крестились. Потому что находиться в составе русской элиты и быть при этом некрещенным было очень сложно. Понятно. Только они становились православными. И одно маленькое замечание по поводу организации шляхты. Значит, на самом деле Польша и Россия решали одну и ту же проблему. Нужна была массовая армия. Только решали ее несколько разными вопросами. В России, если мы посчитаем военное сословие, оно тоже было очень многочисленным. Значит, но русское государство базировалось на византийской идее. Значит, у каждого сословия есть свои права, государь — гарант этих прав, но по отношению к государю все холопы. По отношению к императорскому деспотизму все бесправные. Значит, поэтому и князь-холоп из Рюриковичей, о чем говорил все время Грозный, да, и последний крестьянин-холоп. А в Польше? Поляки исходили из принципа анархии. Кто владеет саблей, тот владеет собой. Значит, поэтому русское, вот все русские военные поселения, да, стрельцы, казаки там и так далее, они не считались равными имперской аристократии. Значит, польские шляхтичи, они могли даже слугу не иметь. Они даже коня могли получить от магната, у которого в почте служили, и саблю от него же. Но если они служили саблей, они считались по польскому праву, они считались рыцарями. Служба саблей плюс католицизм. Свободными людьми, я понял. Да. И ты имеешь право на либерум вето. Позвольте возразить. Вячеслав Владимирович высказывает точку зрения. Да, она действительно существует в историографии, но это всего лишь одна из точек зрения. Есть гораздо более убедительно разработанные другие точки зрения. Что касается
называется холопство, то действительно этот термин употреблялся, но означал ли он буквальное положение, рабское положение, в том числе элит? У нас, простите, у нас по всем нашим судебникам 1497 года, 1550 года, включая соборное уложение царя Алексея Михайловича, по царскому указу и боярскому приговору, у нас царь указа не может издать без согласования его и законы важнейшие принимает элита. Вот это вот холопы мы перед твоей государь, это сегодня мы бы сказали бы, но всесилие государства, сильное государство, это символ всего лишь. Я об этом и говорю. Но реальных прав, вот рабского положения не было. Что касается вот положения в Польше, да, действительно, формально католицизм, даже украинский дворянин мог занять место в структуре польского правления при условии перехода в католицизм, но, как правило, на низших должностях. Судьба Богдана Хмельницкого, кстати, в этом смысле показательна. Он не был католиком. Сына запороли, лично знает Владислава IV, прошел по всем судебным инстанциям, добиваясь справедливости. Полный отказ, включая известный совет короля. Мне странно, казаки сабли просят тут защиты. Что касается принципиальный вопрос. А вот украинское население, вот в массе своей, крестьянское, это кто? Это крепостные крестьяне на личных формах зависимости, хлопы. Подчеркиваю, личных 17-х. Это хлопы. Это хлопы. Да, у польской шляхты. И поэтому, когда Богдан Хмельницкий по совету Владислава IV вот этот клич «православные не выдавайте», то поднялась вся Украина. Современная летопись Самовица пишет, села запустили, потому что дети и старики от стариков до сосущих млека записывались. А была Украина или Малороссия? Вот, Герман Анатольевич, кстати говоря, всем экспертам вопрос. Откуда возникло название Украина? Это польское название? Кто его придумал? Значит, вообще? Это в наших летописях впервые встречается галицко-волынская летопись. Это Галич-Волынское княжество называет Украиной Киев. Киев, древнейшая столица Руси. Да, вот в рамках феодальной раздробленности он пришел в упадок, и по отношению к Галичу и Воронежу уже он стал окраиной. А потом в наших русских летописях Украина – это приграничные территории. Окская Украина с татарами, Псковская Украина – это окраина государства. А украинцы, кстати, это те поместные дворяне, которые служат на этих Украинах. То есть это, грубо говоря, пограничники, охраняющие. Не нация. Не нация, конечно. Это, так сказать, ну это... Ну... Это русские люди. Да. Ну, самое этнонимное. Пути образования этнонимов очень сложные. Они не обязательно русские, но они пограничники, охраняющие территорию русского государства. Не обязательно русские. А вот в опровержение вашего утверждения, что не могли, значит, даже обратившись в католицизм, начинали с низших должностей, я приведу простой пример. Значит, это Литва, это не Украина. Так, можно я закончу, да? Значит, совершенно украинский, православный магнат из княжеского рода, Байда Вишневецкий, создатель Сечи. Значит, лишен имущества. Это система или это исключение? Можно я закончу? Он православный, он лишен имущества, он ушел на сечь, он фактически возглавил бандитов, он казнен турками. Значит, поляки его вычеркнули. Значит, из реестра? Да. Его наследники принимают католицизм, и Вишневецкий становится польским королем. Он не с низшего начинает. Еще раз повторите, становится польским королем после принятия католицизма, ему прощают все грехи. Первое поколение принимает католицизм, во втором поколении уже польский король, избранный, избранный факт, магнатами. Вот. Факт эксплуатации украинского народа по этническому принципу. Поляки были крепостными? Были. Вот поляки с украинами? Поляки были крепостными на своей территории. Классические польские крепостные. Нет, они не были лично крепостными. Они были только в земельном плане. Они были такими же крепостными, как на Украине, пожалуйста, в Белоруссии и везде. Пожалуйста. Закон скажу был для всех, пожалуйста, один. По поводу касимовских татар. Те, кто считал нужным принимать христианство и православие, они принимали православие, но двигаться по служебной лестнице они могли и оставаясь мусульманами. Не зря мы специально внутри войска держали крупные отряды татар именно для того, чтобы запугивать противоположную сторону. А у нас есть еще царевич из рода Мамая. Вот хотите, понятно, с ним пришлем к вам татар? И все прекрасно понимали, что были в войске. Будет. Дискуссию этого продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
В эфире «Следы империи» мы продолжаем. Говорим об историческом проекте под названием «Речь Посполитая». Прежде чем мы продолжим сейчас эту дискуссию, я бы хотел обратиться к нашим молодым слушателям, зрителям, которые сидят у своих компьютеров. Тема очень интересная, поскольку мы обсуждаем прошлые дела, но эти дела имеют очень сильное влияние на те события, которые происходят сейчас с нашей Родиной. Поэтому я жду от вас интересных вопросов нашим экспертам. Давайте продолжать. Сергей Алексеевич, вот скажите, пожалуйста, как польскому такому разбросанному, нечетко сформированному государству удалось, во-первых, удержать огромную территорию на протяжении, сколько, 300 лет, да? Это первое. Несмотря на либериум вето, надо объяснить, что это такое, да? И на прочие вещи. Это раз. И во-вторых, привнести на территорию русского государства, Московского царства, культурную, цивилизационную интервенцию, которая случилась в начале 17 века, во время Великой Смуты, когда вот Ростислав Владимирович сказал, Владислав IV, да, стал королем. Да. 25 лет числился? 25, да, с лишним. Числился царем московским. Честно. Вот мне бы интересно было, чтобы все рассказали об этом. Пока, кстати, сам не отказался. Да, я понял, да. Пожалуйста. Бумаги-то не вернули. По сей день в польских архивах. До сих пор? До сих пор. Да. Вот смотрите, я вам зачитаю просто интересную цитату из одной статьи. 29 октября 1611 года Речь Посполитая пережила один из самых громких триумфов в своей истории. Под звон колоколов при большом скоплении народа гетман польский коронный Станислав Жалкевский провез в открытое для всеобщего обозрения повозки свергнутого русского царя Василия Шуйского и других русских пленников по Варшаве и после триумфального въезда в Королевский замок поставил их перед королем Сигизмундом III, депутатами и сенаторами. Прямо мне видится Рим, триумф Юлия Цезаря. В сенатской зале Королевского замка Василий Шуйский, наш царь, с непокрытой головой склонился к земле, ладонью правой руки коснулся земли, а следом поцеловал ее, землю. Затем принес присягу, покорился величию Речи Посполитой, признался побежденным, пообещал, что Россия больше никогда на Польшу не попадет. Вот такие картинки, наверное, в своих влажных стах видит сейчас современная польская элита, требуя ядерное оружие США. Как это объяснить, скажите, пожалуйста? Ну, это очень непростой вопрос, как мне кажется. Во-первых, мы несколько растягиваем польское величие, потому что по-настоящему вот такая особая роль Польши в европейских делах, она ведь появилась на довольно ограниченный промежуток времени. Мы считаем, что это было где-то в течение примерно века. С середины 16-го по середину 17 веков. Потом пошел закат, превратившийся в конечном счете в катастрофу. Почему? А вы знаете, это очень, кстати, перекликается с современной Польшей, которая, с одной стороны, пытается себя именно представить, именно объявить каким-то новым спасителем Европы, католической и не только католической, хотя с мыслью о католиках в первый черед, вот против этого варварства, русского варварства, какого иного варварства. Русского схизматизма, так сказать, ну, да? По-разному можно называть. Во-вторых, это все-таки польская исключительность. Как бы ни хотели мы представить поляков терпимыми по отношению к другим соседям, к другим нациям и тем более к другим конфессиям, это было не так. И еще. Вот вы знаете, мне кажется, что мощь Польши того времени объяснялась в первую очередь слабостью ее соседей и конкурентов. В первый черед московского государства, в каком-то смысле шведской короны. Уж явно германских княжеств, которые не могли составить никакой серьезной конкуренции. И вот поляки в этом смысле оказались на век, примерно на век, властителями восточной и северо-восточной Европы. Им хотел еще добавить юго-восточную, и тогда была бы от моря до моря. Mm-hmm. Поэтому вот этот известный лозунг, который вошел в польский гимн, «Ешь Полска наш генела», тогда... Переведите, пожалуйста. «Еще Польша не умерла». Он тогда трактовался, «Еще Польша не ослабла». «Еще Польша не ослабла». И главное, что это было время все-таки консолидации той самой шляхетской элиты. Вот здесь мы спорили немножко по поводу холопов, да? Правильно, соглашусь, Анатолий, что были в России... Давайте вспомним, у нас были боевые холопы,
Например, всем известный Болотников, да, его в крепостные записывают. Какой он крепостной? Он дворянин, боевой холоп Тельятьевского. Ну и когда они без земли воевали только за фактически деньги и жалования, для нас это было исключительное время, Ливонская война проиграна, потому что смута начинается. Для поляков такая возможность была всегда. Поэтому у них не было проблем рекрутирования в войско. Поэтому и они оказались, по сути дела, в какой-то определенный момент главной военной державой практически всей Восточной Европы. Но вот то, что им помогло подняться, заставило их опуститься. Потому что чем больше польская колонизация распространялась на соседние земли, тем больше размывалась. Вот я про Россию хотел все-таки спросить, Сергей Алексеевич, почему вот именно начало Великой Смуты, это начало 17 века, после смерти Ивана Грозного и смерти царя Бориса Годунова, началась такая замятня в России, и поляки подключились, и вошли, придумали этот проект с Лжедмитрием, сумели расколоть наше общество, взять Кремль, объявить себя царем. Как это произошло? Почему им это удалось? В чем их была цивилизованная колонизация? Что они даже, я в начале программы задал вопрос, убедили малороссов, которых они и считают, и считали вторым сортом, служить себе, умирать за себя и воевать против своих единоверцев и русских. Аркадьевич, а давайте мы оттолкнемся, знаете, от какого момента? Вот мы как-то все говорим о единой великой Польше почти до екатерининских времен, когда вдруг она развалилась. 1572 год. Вот мы с вами уже говорили о том, что Польша потеряла свою династическую традицию. К власти приходили все время не просто, скажем так, соединенные браком династическим, а чистые иностранцы, чужеземцы. Умирает Сигизмунд, нет наследников. Давайте вспомним, в этот момент появилась идея унии между московским государством и Речью Посполитой. Причем этот вариант Грозный рассматривал. Почему? Потому что в Речи Посполитой началось брожение. Вот эта самая замечательная, консолидированная, вроде как шляхетская элита, стала раскалываться. Литовцы стали смотреть на Москву. И я хочу только одну вещь сказать. Я бы с вами согласился, но нет. Поляки поглотили Литву сначала, потом малороссов, и пытались проглотить и нас, понимаете? Вот смотрите, секундочку. Значит, было что-то там такое в этом проекте, да? Секундочку. Это было встречное движение. Секундочку, мы коллеги. Мы тоже пытались поглотить. Коллеги. Да ладно. Ну, сейчас скажу. Пожалуйста. Послушайте, ну, давайте все-таки скажу. Договорим. Да, пожалуйста. Да. Абсолютно. Я соглашусь с тем, что это были взаимные попытки обмануть друг друга. Потому что для поляков затянуть Грозного... Причем они же хотели передать власть над унией не ему, а Федору Иоанновичу. На что Грозный сказал, царевичу как невесте приданное не будем выдавать. Это когда было много кандидатов там, да, на царский пост? По сути дела, они рассматривали... В итоге придет Герий Хаджуйский, а потом уже Стефан Баторий, и все. И они укрепятся для того, чтобы нас атаковать во время смуты. Они хотели у нас постепенно через западные русские земли отобрать пол России, по крайней мере, уж европейскую часть определенно. Мы хотели оторвать от Польши Литву. В итоге, естественно... Вернуть, согласен абсолютно. Да. Вернуть Литву, равно как и западные русские земли, отобранные в свое время Речью Посполитой. В итоге восстановили Киевскую Русь. Никто не поддался на взаимную, скрытую, как говорится, скрытые планы, и у нас не могло сложиться этого союза. А вот потом все-таки, до конца ответ на ваш вопрос, все-таки за счет... Давайте сейчас Вадима Францевича в эфир пустим, а потом будем спорить. Да, Вадим Францевич, вы готовы включиться в наш спор? Да, добрый день, рад вас приветствовать. Вы, Владимир Федорович, у меня первый к вам вопрос. Вы из рода путных бояр или панцирных? Нет, я, скорее всего, как и большинство белорусов, происхожу из гордого крестьянского рода, поскольку, уверяю вас, все эти легенды некоторых моих сограждан о том, что они потомки шляхтичей, имеют мало оснований, потому что в 20 веке было столько различных выселений, переселений, и некоторые из них, даже имея схожие со шляхетскими фамилиями, на самом деле являются
придворной челядью, то есть крепостными крестьянами, которые жили при дворе, и того или иного шляхтича, магната, им просто давали хозяйские фамилии. Они сейчас себя считают шляхтичами. Вадим Францевич, вы тогда мне нам объясните, пожалуйста, для наших зрителей и молодежи, которые нас смотрят, что такое понятие путные бояре и панцирные, которые бы очень популярны были на Литовщине, вот на это современная Белоруссия. Пожалуйста. Я, может быть, не сначала слышал. Очень важный момент. Польская шляхта отделяла себя от остального народа. Была так называемая сарматская теория. То есть они господствовали над народом на основании завоевания. Откуда появляются вот все эти знаменитые высказывания «псякрэл»? Это важно понимать. Они не считали не только белорусских, украинских крестьян равными себе, но они и польских крестьян не считали. Что касается путных бояр, ну, эта категория, она была и в России. Это бояре, которые были как бы управляющими тем или иным хозяйством. Панцирные бояре — это, ну, как мне кажется, близко к русскому понятию детей боярских. То есть это прообраз, прообраз дворянства. Это те как раз-таки мелкие, мелкопоместные или безземельные представитель нобилитета, будущей шляхты, которые составили ее большинство. Очень ярко их судьба описана Дуниным Мартинкевичем в пьесе 19 века «Пинская шляхта». Они составляли в среднем около 8-12% от населения Великого княжества Литовского, а, например, в некоторых территориях, здесь абсолютно правильно говорили, что Польша не была единой, была Малая Польша, была Великая Польша, была Мазовия, они очень сильно отличались. Так вот, Великая Польша, численность шляхты доходила до 20%. Но это как раз-таки была вот эта мелкопоместная, беспоместная, безземельная шляхта, которая использовалась в качестве боевой такой движущей силы в ходе Вадим Федорович, спасибо за историческую справку. Но вот давайте вернемся к нашей дискуссии, которая тут у нас в студии разгорелась по поводу того, как удалось польской элите в начале 17 века сделать такой наступ, как говорится, да, такой натиск на восток и переформатировать, по сути дела, Малороссию, современную Белоруссию, и потом взять еще под свое крыло западнорусские земли и проникнуть в Москву. Вот это интересно, как, значит, была сила, был цивилизационный такой заряд мощный, который позволил сломать сопротивление русской московской элиты. Ну, во-первых, это была часть стратегии. Она впервые разработана и сформулирована первым польским кардиналом Збигневом Олесницким еще в начале 15 века при Ягайло. И секретарь был Ян Длугаш этого Збигнева Олесницкого. Это экспансия территориальной Ягеллонской династии прежде всего на восток. Сначала за счет Великого княжества Литовского, а если получится, то и остальных русских земель. Во-вторых, уже при дворе Стефана Батория был такой известный историк, идеолог Мартин Кромер. Он четко сформулировал эту идеологию. Это один из основателей интеллектуальных представлений о польской самоидентичности. У него есть такое высказывание: «Мы цивилизовали Литву, сможем оккультурить и Русь». Ну, в приложении на современный язык, безусловно. Что касается начала 17 века, то они воспользовались попросту слабостью московского государства. Начиная со Льва Сапега, действительно вынашивались планы создания триединого государства. Там, кроме политических противоречий, о которых здесь говорили, были еще религиозные. Вставал вопрос, какого вероисповедания будет правящий государь. И они не могли прийти ни к какому соглашению. То есть вот эта идея в польском обществе, в обществе Речи Посполитой, она возникла из ниоткуда. Они рассматривали экспансионистский путь развития, с одной стороны, как свою цивилизационную миссию, с другой стороны, как способ разрешения уже возникавших тогда внутренних противоречий, построения такой своей империи. Ведь польская шляхта рассматривала себя не просто выше московского государства. Если почитать их постановления сеймов и сеймиков, они видели себя выше Европы. Они себя считали подлинными европейцами,
и пытались создать вот эту новую государственность. Но у них бы ничего не получилось, если бы не ослабление русского государства в конце 16-го, начало 17 веков. И этот период, конечно, это пик могущества Речи Посполитой, вот того его пресловутого войска. А дальше начинается системный кризис. И, в принципе, если бы не определенная внешнеполитическая удача, то уже в ходе 13-летней войны 1654-1667 годов Речь Посполита должна была исчезнуть с карты Европы. И, кстати, знаете, кто был самый главный защитник Речи Посполитой, почему она не исчезла ни в середине 17-го, ни в начале 18-го. Это русские правители. Например, Петр I как минимум трижды отказывался от предложения раздела Речи Посполитой. А знаете, кто предлагал ему эти разделы? Сам король Речи Посполитой Август II Сильный. И затем русские государи вплоть до Екатерины II будут отказываться делить Речь Посполитую, потому что это ослабевшее буферное государство было им очень выгодно. И фактически Екатерину II Фридрих II Прусский будет шантажировать, принуждая к первому разделу Речи Посполитой 1772 года. Вот эти два государства, они постоянно пребывали в таком, знаете, взаимодействии, противоборстве, конкуренции. И как бы поляки не отрицали, в глазах всей остальной Европы они были примерно на одном культурно-цивилизационном уровне. Вот вы здесь упоминали Генриха Валёзы, то есть Генриха III Валуа, когда послы из Речи Посполитой, из Королевства Польского прибыли в Париж приглашать его на престол, Париж был изумлен, что это какие-то культурные люди. Они ожидали увидеть их чуть ли не верхом на медведях, каких-то мехах, шубах, а приехали люди, которые знали латынь. Это было просто поразительно. Если мы посмотрим документы Западной и Центральной Европы периода Грюнвальдской битвы 1410 годов, они осуждали поляков и литовцев за победу над крестоносцами. Король Англии войну объявил королю Польши в тот период. Они представляли поляков и литвинов 15-го, начала 16 веков, чуть ли не как сарацинов с рогами. Людей, которые живут где-то абсолютно дикие на пограничье с татарами. И это представление будет сохраняться у Речи Посполитой вплоть до времен Руссо. Когда польское правительство попросит его написать план реформ Речи Посполитой, он с удивлением обнаружит, что там вообще есть какой-то самобытный политический строй. Вот настолько это государство в представлении французов, немцев, итальянцев, испанцев, англичан находилось абсолютно на окраине тогдашнего цивилизованного в их представлении мира. Вадим Францевич, а как, если коррелировать то, что происходило в прошлом, с сегодняшней ситуацией, которая складывается? Ну, углубляться в современную историю не будем сильно, но тем не менее, вот те же самые вопросы возникают и сегодня, да, в отношениях там с Россией, на полях Малороссии, так сказать, сегодняшней Украины, да, как вы думаете? Ну, все поляки активное элиты... участие принимают сейчас в тех событиях, конечно, которые... И польские элиты, и времен Пилсудского, который провозгласил Вторую Речь Посполитую, то есть прямого наследника вот этого государства 17-18 веков. И сейчас они ведут прямую преемственность. Например, в польской конституции после падения социалистического строя в 89 году было записано, что это Третья Речь Посполитая. Первая вот та, вторая Пилсудская. Народную республику Людову они не считают. И это Третья Речь Посполитая, то есть прямая преемственность. Партия «Право и справедливость» еще в конце 90-х, в начале нулевых годов, это идея братьев Качинских, она разработала идею так называемой Четвертой Речи Посполитой, то есть создание новой крупной влиятельной региональной державы, от которой в прямой зависимости будут находиться не только Беларусь и Украина, но и Прибалтика, кстати, они на Закавказье засматриваются, и Молдова, и Чехия, и Словакия, это проект Вышеградской четверки. Они сейчас смотрят на себя как на одного из лидеров Европейского Союза. В польских политических кругах была недавно такая поговорка: «Польша в Европе не первая, но и точно не вторая». Однако вот сейчас, когда идет атака на Германию, они тоже подключились к ней, они рассчитывают оттеснить Германию на второй план, установить новую ось Варшава-Париж. У них просто невероятно амбициозные военные планы. В ближайшее время польская армия будет увеличена до 300 тысяч человек. Это будет самостоятельная военная сила. Они закупают самое новейшее вооружение. Вот пресловутые «Хаймерсы», вы упоминали об Украине. Знаете, сколько Польша планирует «Хаймерсов» купить? 500.
Они покупают корейские танки, южнокорейские, безусловно, «Леопарды», «Абрамсы». Вот «Абрамсов» они сейчас закупают на 6 миллиардов. Создают новые воинские формирования. Кстати, у них традиция полностью идет вот этих вот формирований от Первой Речи Посполитой. Скажем, у них воздушно-десантные их части называются части воздушной кавалерии. И у них на значках вот те пресловутые летучие гусары 17 века, которые прославились в битвах с Россией и с Турцией. У них, например, 11-я танковая дивизия называется бронекавалерийская дивизия. У них очень высока вот эта преемственность традиций воинских с той Первой Речью Посполитой. Так что здесь абсолютно никуда эти идеи в прошлое не ушли, они актуальны. Спасибо. Валерий Францович, и последний вопрос к вам, если можно кратко. Скажите, пожалуйста, а почему такое было сильное влияние на Малороссию поляков, Речи Посполитой? Почему, не будучи равными нынешним, так сказать, малороссы, нынешние украинцы, приветствовали свое такое подчиненное положение Речи Посполитой, с удовольствием шли под это ярмо, так сказать, и, я имею в виду, старшина, элита украинская того времени, как и сейчас. Как это объяснить? Ну, один факт яркий, подтверждающий ваши слова. В 1569 году, когда шляхта ВКЛ отказалась подписывать сначала акт Люблинской унии и уехала, король Сигизмунд II Август стал своими привилегиями присоединять территории. Но дело в том, что и в Браславском воеводстве, и в Киеве шляхта сама просила об этом. Они попросили о том, чтобы их присоединили к королевству польскому. Что произошло? Они свою веру, народность, как тогда говорили, язык, культуру променяли на пресловутые шляхетские вольности. Они долгое время добивались уравнения в правах, и это уравнение произошло в 1696-1697 годах. И, внимание, тогда действительно шляхту ВКЛ, вот эту малороссийскую, белорусскую, хотя она уже не была никакой белорусской, ее уравняли в правах с польской, но оставив государственными только два языка, польский и латинский. Был полностью уничтожен вот этот самобытный класс, это самобытная прослойка западно-русского дворянства, которая уходила корнями ко временам Галицко-Волынского княжества, Полоцкого, Киевского. Они просто полностью променяли свою самоидентичность на сословные привилегии. Спасибо. То есть картинка такая. Киев, по-моему, февраль 14 года. Нуланд идет по Майдану, раздает печенье с пирожками. Вот у меня такая ассоциация возникла. Для того, чтобы... И сейчас тоже променяли свою народность. Нет, вам за печенье вы должны хотеть взять. Да? И это было не печенье. Дело в том, что не случайно, например, Польша легко присоединила Галицию. Но Польша с большим трудом двинулась дальше на восток. А вот Великое княжество Литовское очень легко присоединило Поднепровье, но не смогло пойти дальше Твери. Вот, казалось бы, там осталась совсем маленькая, раздробленная на массу мелких государств, между собой воюющих, бывшее Великое княжество Владимирское. Москва воюет с Тверью, с Рязанью, с Нижним Новгородом, на нее давят татары. Значит, Литовское княжество Великое находится на взлете, воюет несколько раз и не может ничего сделать с этим вот небольшим совершенно государственным, еще даже протогосударственным образованием. А почему это происходит? Начиная с 12-13 века примерно формируются три больших экономических кластера на территории бывшего русского государства, которое уже распалось на княжества отдельные. Это на территории Залесских княжеств, Великого княжества Владимирского, ориентирован на Волжский торговый путь. И эту проблему решает вплоть до Грозного, пока он не присоединяет Астрахань, и весь Волжский торговый путь не попадает под контроль России. Значит, не идут русские цари до этого, значит, завоевывать западные территории. Несколько войн ведут, не очень удачные. Значит, Волжский торговый путь для них приоритет. Значит, Великое княжество Литовское формируется вокруг Днепровского торгового пути, вокруг которого когда-то сформировалось русское государство. И, наконец, Галиция, которая присоединяется к Польше, это Днестровский торговый путь, который логично замыкается на Вислу. Значит, и польские короли движутся не только в Галицию и на Волынь. Польские короли движутся дальше. Они в Молдавию постоянно пытаются сделать вассальные по отношению к Польше. И не случайно династия Ягеллонов вдруг стала так востребована во всей Центральной Европе. Это, опять-таки, это интерес экономический. Они, в первую очередь, объединялись экономически. И вот для украинской шляхты, да, там, будущей украинской шляхты, в принципе, они были русской шляхтой, значит, для них экономический интерес их
толкал в объятия Польши, потому что на этих территориях производилось огромное количество товарного хлеба. Этот товарный хлеб экспортировался в Европу, приносил огромные деньги. Значит, их экономические интересы лежали в эксплуатации собственного народа. Для этого надо было получить шляхетские привилегии, для этого надо было стать католиками. Они стали католиками. Не просто так исчезла вдруг элита на территории Украины и Беларуси, значит, осталось только крестьянство. Она же была. Были Гедиминовичи, были Рюриковичи, было полно служилого военного сословия. Они все стали католиками, и они стали таким образом поляками. То есть понятно. В понимании того времени они стали католиками, они стали поляками. А эти остались, да, остались крепостным быдлом, значит, которые угнетали и по этому самому, и по национальному, но в первую очередь по религиозному принципу, потому что точно так же, как у нас в паспортах до 17-го года было написано «православный», да, у них паспортов не было, но, вот самое, но католик был этим самым, был доминирующим. А сейчас мы продолжим эту тему сразу после небольшого перерыва. В эфире «Следы империи» мы продолжаем. Да, пожалуйста, Сергей Алексеевич, вам слово. Два слова по поводу кратко, того. Если можно. Да, очень кратко. Каким образом все-таки в какой-то момент исторически, ну, считается, что Украина тяготела к Польше? Не Украина, а Малороссия или Западная Русь, как угодно будем называть. Давайте мы с вами оттолкнемся от того, что польская колонизация и в итоге дискриминация и эксплуатация, она ведь развивалась динамично. Она не появилась как данность 15 века и не менялась. Вот пик приходится на рубеж 16-17 веков. Брестская уния, религиозная эксплуатация и раскол малороссийского общества. И еще, давайте не забывать о том, что система крепостного права юридически в Речи Посполитой оформилась раньше, чем в московском государстве. На личных формах зависит. Это раньше, чем соборное уложение. Это жестче, чем соборное уложение. Это вызвало тогда массовое возмущение населения. А вот вопрос, кому тяготели? Это руина, это событие 17 века. Поговорим об этом. Отдельно, хорошо. Так, Герман Анатольевич, давайте тему поменяем, а то мы монотема. Было 4 раздела Польши? 4? 5. 3. 5? 3 или 5? 3 или 5? 3 раздела плюс наполеоновский. Значит, в 18-м 3. Потом был в 19 веке раздел и был раздел в 20 веке. Всего 5. В историографии 3 закрепилось понятие 3 раздела. 3 раздела при Екатерине. Нет, то, что называется раздела 3. Объясните тогда, пожалуйста, Ольга Игоревна. Почему 3, а не 5 и не 4? Потому что коллеги прибавляют к этому еще, к 3 екатерининским разделам, прибавляют еще Александра I, когда... В 815 году. Герцогство Варшавское превращается. Варшавское. Да, да. И, наконец, прибавляют еще 20 век. При Екатерине 3. А вдруг неожиданно 5, мы да. оказываемся 5-39 среди, год, среди да. 5 разделов. Вот и все. Что, причина раздела? Вопрос упадок же государственности? Конечно же. Упадок государственности. И потом не нужно предполагать, что если вы ослабли, то ваши соседи не захотят протянуть руку к вашей территории. Когда Екатерина встречается со Станиславом Августом во время путешествия в Крым, Станислав Август просит гарантию своей территории у Австрии и у Франции. То есть дипломаты сопровождают императрицу и просят гарантии своей территории. Если вы уже у кого-то попросили гарантию своей территории, прощайтесь со своей независимостью. Это очевидно. Гарантия не была ни в коем случае. Гарантия была дана на словах, а в результате произошли довольно серьезные мероприятия. К тому моменту, когда Екатерина начала делить Польшу, ну, здесь... тут же говорил нам... прозвучало, вот, да, Фридрих Великий... Магдиф Расович, что, типа, мы отказывались... Сейчас опубликована переписка. Нет, это правда. Русское государство постоянно пыталось сохранить Речь Посполитую как удобную прокладку между собой и Западом. Да. Но с екатерининского времени эта прокладка перестала быть особенно удобной, прежде всего потому, что через территорию Польши можно было ударить на территорию России, и впоследствии всегда возникал этот вопрос. Что сделал Наполеон? Будет ли Польша плацдармом? Точно так же, как мы сейчас говорим, будет ли Украина плацдармом для того, чтобы ударили дальше на восток. И Фридрих Великий, конечно же, вот
разными путями уговаривает Екатерину. Но уверяю вас, она не была вот такой вот человеком, который с закрытыми глазами позволял вести себя на заклание. Они довольно спокойно обсуждают вопрос друг с другом, кому из сеймовых чиновников, кто будет подсчитывать голоса за избрание, например, короля Станислава Августа, кому нужно дать и какую взятку. Я предположил, такого-то человека предлагает Фридрих Великий, Екатерина через свои каналы узнает о другом человеке, о примасе, Польше, кардинале примасе. Ему идет взятка. То есть все за деньги? Все происходит абсолютно за деньги. И данные территории Екатерина ставила перед собой задачу как можно больше православных, собственно, бывших когда-то в Древней Руси территорий присоединить к своей стране. Она никогда не брала польскую колыбельку и об этом писала. Вот потом польскую колыбельку возьмет Александр, и мы... Герман Анатольевич, пожалуйста. Раскаемся. Знаете, я считаю, что разделы можно. Польши — это закономерный итог того, о чем я говорил раньше, вот этого перехода Польши, польской элиты, в первую очередь, и шляхты, и государство как власть, вот к этой паразитарной экономике, которая поставила Польшу на грань катастрофы уже в самом конце 17 века. И, кстати, это первый фактор. И второй, вот это польская спесь, польская шляхта, о которой блестяще сейчас только что говорили, она в конечном итоге не позволила. Это действительно очень многонациональное и полиэтничное государство. И помимо там украинского, белорусского, хотя это славяне, и немцев, еврейские общины, очень, изгнание с 16 века. Она не смогла, если Россия... она переваривала, давая равные права народам, то Польша это сделать не смогла. И это всегда служило источником смутных, внутренних, волынских, я бы сказал, резней. Раздел вот уже в 17 веке. Если бы мы продолжили наступление на Польшу, которое мы начали в результате присоединения Малороссии, то я не исключаю фактора того, что Польша тогда бы уже вообще бы исчезла с этнографической карты мира. По крайней мере, шведы в 56 году, они вступают, также объявляют войну Речи Посполитой, они берут Варшаву. Мы пяди польской земли еще не берем. Богдан Хмельницкий, атаман Золотаренко в Белоруссии, Богдан Хмельницкий требует от Москвы: продолжите, добейте гадину, я цитирую буквально. А вот Москва здесь, она остановила наступление, потому что мы посчитали, что мы задачу уничтожения Польши не ставили. А Швеция — это мощнейший враг, который не пускает на Балтику. И мы, вот это была ошибка, не заключив мира с Польшей, мы объявляем войну Швеции. Понятно. Да. Владислав Игоревич, вы на связи с нами? Да. Давайте поговорим о разделе Польши. Ваше мнение, почему это произошло и... действия Российской империи в этом случае были оправданы с точки зрения геополитики? Или это была большая ошибка, как вы считаете? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что вот сегодня уже прозвучала эта мысль не раз, что, по сути, Польша была приговорена уже к середине 17 века. То, что эти разделы произошли во второй половине 18 века, это во многом, наверное, историческая даже случайность какая-то. Речь шла о Люблинской унии, о создании, вот, собственно, Речи Посполитой, которая зиждилась на комплексе прав шляхты. И этот комплекс подразумевал, что неотъемлемым правом любого шляхтича является свобода вероисповедания. Он мог быть протестантом, мог быть католиком, мог быть православным. Это реалии середины второй половины XVI века. Но к концу XVI века, как тоже уже прозвучало, собственно, трудами иезуитов, трудами покровительствовавшего им и, собственно, протолкнувшего Брестскую унию короля Сигизмунда III, был взят курс на создание католической, монолитно-католической Польши. И вот, собственно, это, с одной стороны, привело Польшу к некоему такому состоянию кажущегося зенита, да, когда она, по сути, чуть не захватила московское государство во время смуты, но, с другой стороны, это было начало конца. Это было то, что привело, собственно, к развалу прежде достаточно все-таки единого государства, в котором шляхта разных исповеданий, но все-таки
считала это государство ценностью, которая наделяла их комплексом прав вот этих определенных. Но теперь же православные, протестантов практически уже не оставалось, а православные превращаются, ну, действительно, во второй сорт, в быдлов, хлопов, которых никто ни во что не ставит. И вот, собственно, мы получаем цепь восстания, а затем Хмельниччину на Украине. Собственно, первый раздел Польши – это отход левобережной Украины в состав московского государства. Можно, наверное, так рассматривать. И вот здесь уже происходит тот надлом, от которого Польша не оправилась. А вот та анархическая государственность, которая развивается все более, вот это право liberum veto, когда каждый депутат Сейма может накладывать вето, это уже до абсурда доводит ситуацию в плане государственного аппарата к XVIII веку. И коррупция ужасающая, которая царит, вот о которой говорилось, да, в польском государстве, когда покупается все и вся, это тоже способствует вот тем разделам, которые произошли. Опять же, надо помнить, что Екатерина II очень много использовала в своей польской политике вот, собственно, тему диссидентов, то есть православного населения Речи Посполитой, за которое Россия вступалась в течение всего XVIII века, и Польша при этом, находясь фактически уже у грани развала, тем не менее упорно игнорировала тему предоставления православному населению прав, и это тоже стало одним из серьезных вот, факторов деструкции польского государства во второй половине XVIII века. Спасибо, Владислав Георгиевич, спасибо. Продолжим после небольшого перерыва. В эфире «Следы империи» мы продолжаем. Давайте сейчас дадим слово молодежи, которая внимательно слушала, надеюсь, нашу дискуссию, и узнаем, как они оценивают информацию, которую они получили из нашей дискуссии. Есть ли у вас вопросы к нашим экспертам? Да, здравствуйте, меня зовут Шохин Вадим, я студент ПГУ, Институт истории и политики, и у меня такой вопрос. Почему Речь Посполитая проиграла Московскому царству, а затем Российской империи, право быть главенствующим звеном сначала среди восточных славян, а затем среди и всей Восточной Европы? Спасибо. У кого есть ответ? У меня есть. У меня есть. Ну, давайте. Потому что, как мы уже говорили, да, Польша в свое время приняла католицизм. Это, значит, значительная часть восточных славян осталась в православии. Значит, поляки, кстати, это и к разделам относится. Поляки оказались чужие для Запада этнически. Их никогда ни немцы, ни французы, ни все остальные не считали своими. И они оказались чужими для Востока в религиозном плане. То есть они оказались не там и не там. Значит, и это их всегда ослабляло. Это приводило к внутренней слабости государства, и это всегда приводило к его внешней слабости. Поэтому, собственно, и случились разделы, потому что они оказались не нужны ни тем, там, ни другим. Там, конечно. Да, пожалуйста. Да, как Нобелевского лауреата Чеслава Милоша есть замечательная книга «Родимая Европа». То есть поляки воспринимают Европу как что-то, вот как родную мать, в то же самое время сама по себе Европа от них отделяется. Об этом, собственно, книга. Здесь я бы еще все-таки обратила внимание на соотнесение благородного сословия и тех, кто работает. А где хлебушек-то будем брать? 24-25% благородных людей, которые не замарают свои руки ни в коем случае в работе. Остальные должны работать. Это слишком тяжелое бремя для страны тащить такой слой. В какой-то момент люди с саблями дают прорыв, на самом деле, для государства, но потом оказывается, что страна прогибается под этой тяжестью. И вот это во многом послужило гибели Польши и послужило тому, что наша лошадка провезла воз дальше. Софья, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, я хотела бы задать вопрос по поводу состояния на польских территориях после разделов. То есть территории вошли в состав России, и как это сказалось на экономике, на образовании, на жизни граждан в целом? Кто готов?
Для начала там мало что изменилось, потому что господствующий класс остался тот же, и сменился он только после восстаний польских 19 века, 31 и 61 годов. Значит, до этого постоянно католическое, опять-таки, дворянство работало угнетателями православного крестьянства. Значит, образование, кстати, тоже там сохранялось польское. Значит, там даже эти иезуитские коллегиумы продолжали работать. Значит, вот. И, ну, менялась ситуация очень медленно и постепенно. Причем надо понимать, что в этот момент в состав Российской империи входят большие территории. Да? Значит, и, например, то, что мы сейчас называем Украиной, да, это тогда было Новороссией, где были одни порядки. То есть Новороссия колонизовалась под эгидой русских царей. Там были совершенно, кстати, русское образование, русские города, там, собственно. И была Малороссия, значит, которую присоединили правобережье уже, кстати, отняв у Польши. Там оставались в значительной степени польские порядки. Опять-таки, города, там, допустим, Киев, там, значит, получали Магдебургское право от Александра, значит, и получали самоуправление, значит, и самое города жили по одним правилам, а сельская местность, там, где господствовали польские помещики, она жила по другим правилам. То есть там не было какого-то одного стандарта. Понятно. Мария Орлова хочет у нас вопрос задать. Да, слушаем вас. Да, здравствуйте. Мария Орлова, студент МПГУ, исторический факультет. У меня такой вопрос. Начало 17 века характеризуется напористой интервенцией. И несмотря на значительные успехи, Речь Посполитая так и не смогла изменить геополитическую ситуацию в свою пользу. Вот мой вопрос. Чем можно объяснить неудачу польской шляхты? И были ли возможности захвата русской власти и ее удержания? Это совершенная несовместимость экономических интересов. Значит, полякам нечего было делать на Каспии и на Волге. Значит, а русское государство в это время не очень интересовалось там, экспортом украинской пшеницы в Западную Европу, чем занималась Польша. Значит, поэтому, кстати, в Поволжье родилось ополчение, которое освободило Москву. Значит, оттуда питалось силами русского государства. Дальше у русского государства были большие мобилизационные возможности. Хоть мы там, мы и говорим, что четверть, это на самом деле четверть польского населения была шляхта, то есть воинское сословие, но, между прочим, армии, которые выставляло русское государство по своей численности, не уступали польским армиям, зачастую их превосходили. А население России было меньше численно, чем население Польши. То есть фактически мобилизовался больший процент. И это свидетельствует о больших мобилизационных возможностях государства. Дальше опять-таки религиозное противоречие. На тот момент оно, наверное, являлось самым главным. Значит, поскольку, ну, надо понимать, что человек, да, хоть православный, хоть католик, для него его вера, это путь в будущее, это спасение души. Здесь мы живем короткое время, да, а там речь идет о вечности. И поэтому променять вечность на какие-то блага этого мира, это очень сложно. И поэтому, соответственно, сопротивление иноверцам всегда более сильное, чем сопротивление единоверцам. И все-таки еще два момента, которые мы вначале с вами уже затрагивали. Это скрытая, пока еще скрытая слабость польской элиты, которая стала проявляться по ходу колонизации новых территорий. Делили землю, это никак не могли между собой распределить. Второе, внешний фактор. Давайте не забывать, что в завершении смутного времени столкнулись интересы польской и шведской интервенции. И они напрямую продолжали между собой сталкиваться на территории России. И все-таки, ну давайте не сбрасывать со счетов наш патриотизм и наше стремление к сохранению государства. А Светлана, ваш вопрос. Можно? Здравствуйте. Выбрана вас Светлана, МПГУ ФАК. В 1501 году между Литвой и Речью Посполитой была заключена Минская уния. Но законной силы эта уния не получила. Почему? Почему не имела? Имела просто. Пожалуйста, медленно. Пожалуйста. Уния имела определенную законную силу, но просто точно так же, как с разделами. Все происходит достаточно медленно. Великое княжество Литовское – это довольно-таки серьезное и очень мощное образование для того времени на самом деле. Его просто так поглотить абсолютно невозможно. Наши с вами предки вели с ним войну в течение 200
20 лет, с перерывами, естественно, но достаточно долго долбились в эту глыбу, и она в конце концов распалась. Польша решила эту глыбу проглотить. И дальше что? И не переварила. Софья, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, спасибо большое за интересную дискуссию. У меня такой вопрос. Здесь мы уже упоминали военный конфликт между Русью и Речью Посполитой и выделяли как причины взаимного неприязненного притязания. Было ли место стравливаний другими европейскими державами? То есть были внешние силы, которые стравили Польшу и Русь, Да, вы это имели в виду? Да, именно это. А кто? Пожалуйста. Исторически, конечно, внешний фактор всегда был очень существенен. Я бы сказал, он вообще у истоков вот, деления этого единого славянского мира. Но принципиальное значение тогда вот для 14-15 веков имело, конечно, вхождение Северо-Восточной Руси в орбиту влияния Орды. И, кстати, для Литовского княжества, вплоть до 15 века, это Литовско-Русское княжество. И возрождение России, кстати, могло происходить не только через Москву и Литвирь, но и в том числе через Литву. Правящие династии князей Гедиминовичи считают себя русской династией, подавляющее большинство населения славяне, государственная религия православие и так далее. И, кстати, и польская, и литовская элита, она очень долго мечется, вот, потому что она оказалась между двух таких лагерей враждебных. А с другой стороны, это Рим, католическое и немецкое духовенство, эксплуатация тотальная, в том числе и Польша, кстати. И потому что католическая церковь, в отличие от православной, имеет полный пакет иммунных прав. Она такой же крепостник и феодал, как и светский феодал. И, соответственно, вот между этих двух огней Литва, она очень долго... Витовт, он попробовал в 1399 году выйти из-под зависимости Орды, вышел на битву с монголами, проиграл, и тогда вот он переориентировался на, собственно говоря, Польшу. И вот этот внешний фактор, безусловно, вот о чем и Ростислав Владимирович говорил, о Польше, которая оказалась чужой и здесь, и там. И этот взгляд, кстати, он по сей день, собственно говоря, и чувствуется, и продолжается. Маргарита, ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Ершова Маргарита, Московский международный университет. У меня вот такой вопрос. Могли бы вы сказать, что сейчас создается новая Речь Посполита во главе Европы и той же самой Америки, что опять идет объединение стран и согласных с политикой и взглядами России? И ведь у них сейчас идет принятие решений не конкретно каждой страны за себя, идет навязывание мнений и решение всех вопросов вместе. Почему они наступают на те же самые грабли? Ведь Речь Посполита уже давным-давно развалилась. И как бы она ни пыталась опять соединиться, у нее не получалось на протяжении долгого времени существовать. Политика каждого государства последовательна. Она всегда объясняется экономическими интересами. Точно так же, как мы всегда стремились к защите имперских границ, к объединению территорий, которые, по большому счету, составляют единый экономический кластер. Точно так же и Польша. И в XIV, и в XV, и в XVI веке, все время своего существования, она стремилась к объединению государств, которые дают ей защитимые границы. Восточная граница должна отодвигаться к Днепру, западная граница должна отодвигаться к Одеру, значит, и которые составляют, по идее, единый экономический кластер, которые могут совместно работать, у которых есть общие экономические интересы. И поэтому мы все время наблюдаем вот эту вот попытку создания Междуморья. Но как только Польша создает Междуморье, значит, она сразу же чувствует себя конкурентом с Россией в борьбе за Великую Восточнославянскую империю. И после этого она начинает конкурировать с Москвой за попытку, значит, создать империю от Одера и до Тихого океана. У нас это один раз получилось после 1945 года. У Спасибо. Них не получалось никогда. Да, маленькое дополнение, мы уже выходим. Хотите сказать? Коротенькое маленькое. Коротенькое дополнение. Без сомнения, в настоящий момент Польша старается показать себя, ну, создать новую Речь Посполитую. Но это ни в коем случае не устроит ни государство Европы, ни противоположную сторону, то есть в данном случае Россию. Спасибо. Спасибо, дорогие студенты, которые были у нас на связи. А мы заканчиваем очередную нашу передачу, посвященную Речи Посполитой. Вот. И в конце хотелось бы сказать, интересный очень лозунг был в той Польше, в тех веках 16, 17, 18. Поляки говорили про себя, та самая знаменитая шляхта. А наша Речь Посполитая
сильна раздорами. Как оказалось, не сильна. И хотел бы закончить нашу передачу одной цитатой, которую произнес однажды Уинстон Черчилль, который относился с симпатией к польской элите. Он сказал: «В мире немного достоинств, которыми бы не обладали поляки, немного ошибок, которые они не совершили бы». Действительно, в мире немного. Это были «Следы империи» с Аркадием Мамонтовым. Увидимся.